Эта компания, этот ролик, они про то, что не стыдно быть на 100% собой. Не стыдно быть здоровым, не стыдно заботиться о себе, не стыдно быть красивым, не стыдно быть счастливым. Потому что только счастливый реализованный человек сможет сделать счастливыми людей вокруг себя. И не стыдно к этому стремиться, к счастью, к реализации, к здоровью, к красоте. Мне не стыдно за то, что у меня в ванной комнате на полочке стоит полный спектр средств по уходу за кожей. Да, мне нравится ухаживать за собой, мне нравится быть красивым, молодо выглядеть, мне совершенно не стыдно за это. Когда-то я ради себя перешла из одного театра в другой, из табакерки в мастерскую Петра Фоменко. И это был тяжелый выбор, но я это сделала ради себя, и мне не стыдно. Да, я провела в ванной 2 часа. Нет, мне не стыдно. Ты же смотрел все лето футбол? Летом больше всего проектов, съемок очень много, но я устала, я уезжаю в отпуск, и мне не стыдно. Есть 2 вещи, за которые мне не стыдно. Каждое утро я иду на пробежку, а завтрак детям готовит мой муж. И мне не стыдно. А иногда я ухожу с работы пораньше и иду на массаж. И мне